Здорово! Трибуарн, UTTV Animation вышел новый ролик, и насколько я понимаю, это анимация, ну потому что как бы в названии это написано, и потому что ролик идет всего лишь 2 минуты. Ролик называется «Опять этот Фредди, FNAF 9 Security Breach», и пока что я не знаю, на каком канале я выложу этот видосик, наверное, все-таки на основном, потому что FNAF прям вы все безумно любите, поэтому, думаю, на основе надо его и выложить. Ну и давайте ролик глянем, надеюсь, будет офигенно, как обычно. Погнали! Какой он странный. Ах, опять этот FNAF. Каким боком я проморгал, что вышло уже сколько частей? Девять? Слушай, как ты попробовал проморгать? Ему уже больше месяца, если не двух. В новой части они теперь суперзвезды, накачаны как Джоуи. Кто? Да, кажется. Кто твой Джоуи? Кажется, я совсем от жизни отстал. Но надо же быть в тренде. Гляну этот ваш новый FNAF. А, нифига себе, он прям переместился в нее, в игру, прикольно. А, до чего дошел прогресс? Это там Лаура дерется с крокодилом? А, Лаура это аниматорша, я так понимаю, да? Во что ты играешь? Это кто такой? В новый FNAF. Это точно игра. Знаешь... Это уже придумали то самое? Ишь, я уже как-то не уверен. Я тоже что-то как-то не очень. Потому что я ту игру скачал. Честно по-моему, сказать, нет. Я не понимаю, что происходит на экране твоего монитора. Я тоже. Что было в прошлых частях? У меня смутные воспоминания. Так. Я помню какого-то типа, что пел про Bubble Blue и странно озабоченных синих зайцев. Что? Это его вырезка из Рэг Дейса. Жаль, веселье обломилось. Ну ничего, пойду присуну кому-нибудь другому. Что-то я вообще... Ой, смотрите, там заяц танцует. Ничего не понимаю. А, сзади демон! Неплохо сделано. Так. А где Фредди? А это что, типа главный герой игры? Ты неправильно играешь. Да заткнись ты. Нифига себе, у него сзади вот так, оказывается, голова выглядит. Зырь, кажется, я его починил. А, это, оказывается, маска. Серьезно, это маска? Я не знал, что это маска, я думал, это его лицо. Что-то это отсылка на что-то, не могу понять на что. С таким взглядом смотрит. Неплохо, неплохо. По-моему, ты его неправильно починил, если честно. Да, хоть ты измени лицо хоть немного, че такой удивленный. Обязательно ставите лайки и подписывайтесь, я серьезно. Я ради этого это видео сделал. Почему он здесь говорит, как, я не знаю, детектив Войд какой-нибудь? Но это на самом деле было и прикольно, и в каких-то моментах, кстати, очень кринжово, если честно, но я удовольствие получил от просмотра этого видоса. Правда, я что-то думал, здесь будет, ну, как-то с сюжетом что-то связано, либо какой-нибудь такой мини-обзор быстренький. А это просто... какая-то странная штука. Но в любом случае нарисовано классно, и в некоторых моментах было смешно. Но я не понимаю вообще, что там происходит. Но мы обязательно когда-нибудь поиграем во FNAF 9. Но скоро мы будем играть в первый обязательно. Вот. А ролик хороший, лайкусик я уже поставил, если вам понравилась реакция. Ну, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенцы, все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.